Будь со мной, Игорь. Я рядом. Посмотри на меня. Посмотри вокруг. Я жду. Пожалуйста, поспеши.
Эта стратегия вроде работает, Игорь. Похоже, мы можем проникать в зону и выбираться оттуда, не привлекая внимания. Ну как успехи? Как продвигаются поиски твоей старушки? Все еще хочешь вернуться на электростанцию? Я должен туда вернуться. Я чувствую, что она там. Чувствуешь? Ох, удивляешь ты меня, профессор Хеменюк. Доверять предчувствиям важно, но без железобетонных доказательств я не собираюсь рисковать жизнью, как в тот день, когда погиб Антон. Не беспокойся, Оливер. Я же не сумасшедший. Сначала соберу все данные, и только после этого мы придумаем новый план. Принято, носорог один. Действуйте согласно приказу. Все чисто. Прием. Вас понял, синяя птица. Направляемся к цели. Конец связи. Пытаешься сойти за своего? Опасную игру ты затеял, Оливер. Я знаю, что делаю. Давно выучил их позывные и протоколы. Своего врага нужно знать. Хитро.
Надо использовать любую возможность обыграть нар. Согласен. Я не умею взламывать шифры, зато умею взламывать людей. А с алгоритмом шифрования нар отлично справляется и эта радиостанция. Я узнал кое-что, что может тебя заинтересовать, Игорь. Нар отправляет команду за архивами КГБ. Может, это как-то поможет тебе в поисках? Маловероятно. Но там наверняка что-то важное, раз уж они посылают целую команду. Мысли мои читаешь. К тому же под санаторием Изумруд, кажется, есть какой-то советский комплекс. Я знаю, где это. Там был летний пионерский лагерь. Дети там отдыхали и играли на свежем воздухе. Угу. А КГБ тем временем играло в свои игры прямо под ними, под землей. Я проверю. Нельзя упустить шанс узнать что-нибудь о Татьяне. Только без фокусов там, ладно? Удачи тебе, Игорь. Дуга. Гигантская, пугающая стальная махина. Отголосок холодной войны. Памятник безумным амбициям тех времен. Но при чем здесь ты или я? Столько лет прошло, но кто-то обязательно помнит, Игорь. Кто-то должен знать. Что на ужин будет сегодня? Только бы не рыба. Ненавижу рыбу. Осталось три. Ну и жопа.
хотим жить, что ли? Привет, уважаемый коллега. Я кое-кого ищу. Такой высокий, сгорбленный мужчина с длинными темными волосами. Может, ты его видел? Умы как-то не довелось. А что такое? Я ищу своего брата, Афанасия. Он недавно исчез без следа. Я уже все тут обыскал. А что вы вообще тут делаете? Зона. Опасное место. Ну, наши секреты я раскрывать не буду, но, скажем так, в Припяти есть много бесхозных ценностей. Правда? Например? У тебя хорошая аура. Ты сам все узнаешь. Аура хорошая. Ну ладно. Я тоже кое-кого ищу. Может, и брата твоего найду. Благодарю. Пусть удача улыбнется тебе и поможет в поисках. Счастливого пути, друг мой. Да, и возьми вот это. Как знать, может пригодиться.
Что за черт? Что? Боже, Дилан. Да. Как это случилось? Ты хочешь застрелиться? Я не идиот. Я понимаю, что мне отсюда не выбраться. Хотя бы позволь мне самому все закончить, пока снова не появились эти твари. Или убей меня. Ты хотя бы человек. Вот. Ты уверен?